Сегодня я бы хотела поделиться нашим опытом применения иммунотерапии, в частности, анти-GD2 антител, у детей с диагнозом нейробластома группы высокого риска. Анти-GD2 антитела представляют собой химерные моноклональные антитела, основной мишенью которых является GD2 антиген. В нормальных тканях экспрессия GD2 рецептора наблюдается в клетках центральной нервной системы, периферических нервах и меланоцитах кожи. Доказано присутствие мембранного GD2 рецептора на опухолевых клетках нейробластомы, меланомы, мелкоклеточного рака легкого, сарком костей и мягких тканей, опухоли головного мозга. Благодаря такой избирательной экспрессии GD2 антиген является перспективной мишенью для проведения специфической иммунотерапии. GD2 антитела, связываясь с клеточной поверхностью GD2 рецептора, индуцирует клеточный лизис путем одновременно нескольких механизмов: антител-зависимая клеточная посредная цитотоксичность и комплементарная цитотоксичность реализуются при помощи эффекторных клеток, таких как НК-клетки, нейтрофилы, макрофаги, система комплемента, приводя к опсонизации, фагоцитозу и разрушению опухолевых клеток. Также связываясь с поверхностными рецепторами на опухолевых клеток, которые не являются клетками-мишенями, также происходит развитие клеточной смерти путем прямого цитотоксического действия. Впервые эффективность анти-GD2 антител была доказана в 2009 году исследовательской группой по детской онкологии Children Oncology Group. В исследование вошли 226 пациентов с нейробластомой группы высокого риска, разделенных на две группы. По результатам клинических исследований, применение в качестве поддерживающей терапии анти-GD2 антител в сочетании с колониостимулирующими факторами, с интерлейкином-2 и ракутаном, происходит улучшение показателей безрецидивной выживаемости до 66% и показателей общей выживаемости до 86% в сравнении с группой детей, которые получали в качестве поддерживающей терапии лишь ракутан. Также благодаря исследованию Сиапен, опубликованному в 2012 году, в исследование вошли 400 пациентов, которые также были разделены на две группы. В первой группе пациенты в качестве поддерживающей терапии получали анти-GD2 антитела в сочетании с ретиноидами, и во второй группе пациентов лечение добавляли интерлейкин-2. Целью данного исследования было сравнение токсичности и определение безрецидивной выживаемости у пациентов в двух группах. Наиболее частыми нежелательными явлениями в двух группах были, это в первую очередь, реакция гиперчувствительности 10% и 20% в первой и второй группе, синдром капиллярной утечки 4% и 15%, лихорадка 14% и 40%, инфекционные осложнения различные 25% и 33%, болевой синдром 16% и 26%. Таким образом, мы видим, что второй режим ассоциирован с большим числом нежелательных явлений, и пациент из второй группы удалось завершить лишь чуть больше половины, полноценно завершить поддерживающую терапию анти-GD2 антителами. Улучшение отдаленных результатов лечения также не удалось достигнуть. Бессобытийная выживаемость в двух группах составила 56% и 60%. Сейчас давайте перейдем уже непосредственно к нашему опыту. В нашем отделении данную терапию анти-GD2 антителами мы проводим с 2018 года. Всего таких больных у нас 10, которые получили данное лечение. Общее число курсов 2018 года по настоящее время 33. Средний возраст больных составил 5 лет. Девочек было 3, мальчиков 7. Средний срок наблюдения за больными 27 месяцев.
У всех пациентов первичная локализация опухоли была в забрюшинном пространстве, либо в надпочечнике. Практически у всех больных были распространенные стадии. У одного пациента была первая стадия, также у одного пациента третья стадия, и у 80% больных была диагностирована распространенная четвертая стадия. У 90% больных определялись регионарные метастазы в лимфатические узлы. У 80% больных в основной процесс был вовлечен костный мозг. Поражение костей выявлено у 50% больных. И специфические очаги в печени определялись у 25% больных. В 60% случаев была выявлена амплификация адмиконкогена, положительный статус 1П был положителен у двух больных. После проведения индукционной полихимиотерапии всем больным проводился локальный контроль опухоли в виде радикального оперативного лечения, и трем пациентам локальный контроль был дополнен проведением лучевой терапии. Консолидирующие режимы терапии у больных различались. Однократная высокодозная полихимиотерапия с аутологичной трансплантацией была проведена 50% больных. Высокодозная полихимиотерапия с галпоэндотичной трансплантацией получили 20% пациентов, и тандемную высокодозную полихимиотерапию 30% пациентов. Какие же основные показания для проведения терапии анти-GD2 антителами? Это, конечно же, достижение, по крайней мере, частичного ответа на предшествующую комплексную терапию, удовлетворительное общее состояние больного, отсутствие каких-либо проявлений инфекционного процесса, признаков полинейропатии, индуцированной предшествующим лечением, адекватное восстановление гемопоэза, функции печени и почек. Нами был выбран режим непрерывного введения препарата в течение 10 дней в суточной дозировке 10 мг на квадратный метр. Терапия была дополнена адекватным сопроводительным лечением, которое включало в себя опиоидные анальгетики, НПВС, антиконвульсанты и гистаминоблокаторы. Какие основные нежелательные явления были выявлены в нашей исследуемой когорте? В первую очередь, это, конечно, гематологическая токсичность. На первом месте 67% от общего числа проведенных курсов. Гематологическая токсичность проявлялась с развитием лейконейтропении, анемии, тромбоцитопении, но не превышала третьей степени тяжести. Лихорадка носила фибрильный характер и наиболее была выражена к завершающим дням курса, это 7-10 день. На ее долю пришлось 57%. Диарея 24%. Расстройство стула, как правило, проявлялось в первые дни курса. Кашель 33% случаев, носил сухой надсадный характер и сопровождал больного, как правило, в течение всего курса. Синдром системной капиллярной проницаемости или синдром капиллярной утечки 36% составил от общего числа нежелательных явлений. Проявлялся, как правило, развитием гипоальбуминемии, полицитемии, периферическими отеками и нарастанием общей массы тела ребенка. Периферическая полинейропатия 18%. Как правило, больные предъявляли жалобы на боли, онемение и покалывание в проксимальных отделах конечностей. Синдром высвобождения цитокинов 17%. Как правило, проявлялся бронхоспазмом и кожной сыпью. И боль 15%. Дети, как правило, предъявляли жалобы на болевые ощущения в крестцово-копчиковой области. Все осложнения были контролируемыми, однако в одном единственном случае нам потребовалась редукция курса на пятые сутки в связи с развитием у ребенка отека головного мозга и судорожного синдрома. Итак, разрешите представить несколько клинических примеров. Первый пациент, мальчик, 3
3 года. Из анамнеза известно, что больной поступил в хирургический стационар по месту жительства с развитием острого аппендицита. При ревизии органов брюшной полости была выявлена больших размеров опухоль в забрюшинном пространстве, выполнена биопсия, и у ребенка верифицирована низкодифференцированная нейробластома с положительным статусом 1П и наличием амплификации НМИК. При поступлении в онкологический стационар обращает на себя внимание лейкоцитоз, небольшая анемия, повышение уровня лактат-дегидрогеназы, нейрон-специфической налазы. При исследовании костного мозга опухолевые клетки не выявлены. При инструментальном исследовании у больного в забрюшинном пространстве была выявлена больших размеров опухоль 10 на 12 сантиметров. И таким образом ребенку была выставлена третья стадия основного заболевания с наличием НМИК-амплификации и положительным статусом 1П. Группа неблагоприятного прогноза. Наш больной был стратифицирован в группу высокого риска. Проведено 6 курсов индукционной полихимиотерапии по протоколу НБ-2004. Оперативное лечение осуществлялось после 4 курса. Тандемная трансплантация произведена в нашем центре. И после проведения тандемной трансплантации больной получил 5 полноценных курсов иммунотерапии с денотуксимабом с параллельным приемом ракутана. Основные нежелательные явления, которые можно выделить у этого больного, это фибрильная лихорадка, периферическая полинейропатия, сухой кашель, снижение артериального давления, тахикардия и периферические отеки. С согласия родителей мы представляем вам фотографию больного. Он сейчас находится под наблюдением детского онколога, проходит регулярное обследование, и срок ремиссии у него составляет почти 2 года, 22 месяца. И еще один клинический пример. Мальчик 2 лет. Из анамнеза известно, что заболевание манифестировалось с развитием билатерального экзофтальма, появлением новообразований в области кости черепа. Наследственность не отягощена. В лабораторных анализах можно увидеть повышение лактат-дегидрогеназы, нейрон-специфической налазы и катехоламинов. При инструментальном обследовании в правом надпочечнике выявлена опухоль размерами 11 на 12 сантиметров, поражение костей черепа и специфическое поражение ретробульбарной клетчатки. При исследовании костного мозга было обнаружено его поражение опухолевыми клетками и верифицирована НМИК-амплификация онкогена. Больной этот также был стратифицирован в группу высокого риска по протоколу НБ-2004. Планово прошел 6 курсов индукционной полихимиотерапии, оперативное вмешательство, тандемная трансплантация, и в качестве поддерживающей терапии этот ребенок получал терапию ракутаном. Однако через 9 месяцев после завершения лечебной программы у ребенка при плановом обследовании был выявлен рецидив основного заболевания с появлением солитарного очага в левой лобной доле головного мозга. Больному была начата противорецидивная полихимиотерапия по схеме РИСТ. В качестве локального контроля этому больному предложили проведение стереотаксиса. Был проведен стереотаксис в дозе 18 грей. И уже анти-GD2 антитела данный больной получал в качестве противорецидивной терапии по рецидиву. Он получил 5 полноценных курсов иммунотерапии, редукции дозы не потребовалось, и ребенок сейчас также находится под нашим наблюдением. Срок ремиссии у него составляет 44 месяца. Это как раз-таки наш первый пациент, который первый в нашем центре получил иммунотерапию денотуксимабом. У меня все. Спасибо за внимание.